привет! Это первый влог. Из хороших новостей мы с вами летим в Стокгольм. Из странных новостей я подарила своему прекрасному мужчине толстовку, но он не носит серую, поэтому в ней я и мне уютно. Из плохих новостей я все еще болею. Я уже в шарике, прошла регистрацию и буду показывать вам, зачем я лечу, что мы там будем делать. А пока я просто согреюсь. Я уже с соевым кофе. И это размер стандартный. Мне кажется, есть некоторые проблемы верификации стандартов в шоколаднице. Привет! Мы с вами уже в Стокгольме. Нет, я не беременна. Я успела прилететь, поесть, выпить вкусный кофе и чуть полежать. Сейчас я хочу быстро показать номер, решить, куда я пойду. Завтра у меня рабочий ивент, поэтому завтра я вам расскажу, что за ивент. Номер очень такой скандинавский, черненькая плиточка, красная раковина, красная стена, зеленая стена, прекрасная, великолепная кровать. Вот я уже успела полежать. Все такое минималистичное, но очень красивое. И вот этот желтый козырек, это, как оказалось, самый лучший кофе по обжарке в мире. Он прямо напротив гостиницы, я уже попила кофе. Там, мне кажется, живет Карлсон. И меня очень умиляет, смотрите, гусь. Там еще где-то куклы стоят, вот куклы. А там вон человек. В общем, мы с вами сейчас пойдем гулять в гостинице. Сказали, что сегодня будет концерт с живой музыкой. И внизу очень крутое лобби, я сейчас покажу. Сегодня у меня свободный день, а ивент завтра в 4 до 9. Соответственно, завтра рабочий день, но я планирую встать пораньше. А сейчас я хочу воспользоваться советами своих друзей, пойти погулять и посмотреть город. И даже вроде я получше себя чувствую. И еще здесь вот это единственное... поверхность, на которой можно расставить уход и декоративку. Не то чтобы я хотела какой-то дайв-ин сделать, но, видимо, я на пледике разложу и покажу, что я беру с собой. Поэтому сейчас гоу гулять. Очень тупо во влоге делать вертикальную вставку, но, тем не менее, я просто не понимаю, как еще показать. Я вот чаще всего летаю в лосинах, сейчас нашла типа кожаные. И, кстати, я не знала, что кожаные лосины могут быть велики. Майка, в которой я была, длинная, толстовка и кеды. Я всегда так летаю, гуляю. Это, мне кажется, супер комфортно, удобно и не заморочено. Ну и включение номер два. Я в тренче, который налезает каким-то образом на эту толстовку. Вот. Мне тепло, уютно, не продувает. И мне очень нравится, что этот тренч классно смотрится и вот так. Но при этом он размера S. И, соответственно, если я не в толстовке, то он такой очень элегантный. Для вашего понимания, это вот я в лобби внизу. Поэтому я сейчас поверну камеру, хочу вам показать, это очень красиво. Смотрите. Ну, то есть такая очень скандинавская эстетика, вроде бы ковры, но такой минимализм. А здесь вот эти кожаные кресла, безумные маски. Мне очень нравится вот эта люстра и лестница. Решила, что лучше разговаривать с вами, так сказать, face-to-face. Сегодня здесь будут играть лайв-бенд. Я сейчас схожу погулять в район, который мне советовали друзья. Сказали, что он такой хипстерский, nice. И я живу, собственно говоря, на этом острове. Ну, здесь все делится, водой разделено. Соответственно, я сейчас иду снова за кофе и покажу вам то место, где супер-классный кофе. И здесь, кстати, чаще всего нет соевого молока, есть lactose-free или oat milk. Соответственно, а я, в принципе, пью либо соевое, либо oat milk. Кофе, кстати, небольшой, но он такой вкусный, плотный, и овсяное молоко, оно тоже достаточно жирное, аппетитное, не побоюсь этого слова. Смотрите, какая прелесть. Сейчас покажу кафе. Это дроп кофе. Это кофе, который можно купить
тоже вот такое минималистичное. Дисперсы, которые мне нельзя. И все очень милое и красивое. Я обожаю эти цветочки. Здесь можно как вот водички себе налить, попить бесплатно. Какие-то милые контейнеры. А, это для бумага, пластик. И тут очень видно, что стараются освободить пространство и эти все столы, чтобы люди сидели, разговаривали, они работали, а справа там место, где можно именно все эти работы много. Во-первых, ветрено. Прям ветрено. Но вышло солнце, во-первых. Во-вторых, прекрасно поболтала сейчас с ребятами в кофейне. Они продают кофе в зернах, но могут его помолоть. Как вы хотите, как вы его завариваете под френч-пресс, то есть пятое, десятое, и рассказали про вкусы, потому что несколько моих друзей написали, блин, а привези нам, пожалуйста, этот кофе. И сейчас я иду в какой-то хипстерский район, который мне советовали друзья, и постараюсь там тоже поснимать. Как бы отдельно, конечно, хочется сказать про шмотки. Украшения, шубы моей мечты, всякие вот такие вещи, свитер безумного цвета. Как вам такая тема? Легенькое платье на свитер. Пуховики мои мечты. Просто магазин мечты. Я купила себе шапку, и теперь я не переживаю по поводу своих ушей. И могу спокойно идти гулять. И это то, о чем я говорила, что с короткими волосами как бы есть некоторая проблема, как в носке шапок. Ты как бы ее не надел, ты дебил. Но сейчас я планирую пройти в одну сторону, посмотреть, что там, потом в другую сторону и записывать вам, что есть интересного. Но магазины местные, как люди одеваются, это, конечно, супер найс. И я себя чувствую максимально комфортно. То есть здесь есть безумно одетые люди с розовыми волосами, в шубах, на подошве толстой, и девчонки, и мальчишки. Но в целом, конечно, скандинавский стиль, он больше про какой-то моноцвет, что круто. Вот я вижу еще один магазин, сейчас зайду, посмотрю, что там есть. Не важно, что это Starbucks, но смотрите, какое здание красивое. Ну и как бы уютно можно сидеть в Starbucks. Странно, если здесь на каждом углу не были вот магазины с такой прекрасной ступенью. С лампочками вот этим вот всем. Вот этой капусты я просто передаю привет своей подруге власти. А вот здесь бы я бы с удовольствием завернулась. А вот такие фонарики я хочу в свой загородный дом. Ну и там все такое. Чуть укуталась, потому что здесь все-таки сыро. И пошел дождь, и я пью холодненькое. Cheers. Но должна сказать, у меня же мама родилась в Калининграде, и я все лето проводила на Балтийском море. Первое, самое крутое, что я почувствовала, когда вышла из самолета, это вот этот запах морского города, йода. И это круто. И это, мне кажется, самое крутое в путешествии, когда вы, выходя из самолета, чувствуете запах другого города и понимаете, что вот оно, началось приключение. Херовый вообще, конечно, из меня бьюти-блогер, потому что я вся в соплях, с херовым голосом, не накрашенная вообще ни разу. Но я надеюсь, что мне удается передать вайб и настроение всего происходящего. И когда я спрашивала, хотите ли вы формат влогов, вы говорили, что вы хотите больше влогов, чтобы с вами разговаривали, они просто показывали, что происходит, поэтому вот я с вами разговариваю. План такой, что я досижу, допью, еще погуляю. Мне посоветовали какое-то место, собственно говоря, с классической шведской едой, meatballs. И оно называется типа серия meatballs for people. Я надеюсь, что я не пропущу. Я планирую там через час-полтора покушать горячего, попить чаю и потом побежать, пойти в отель, потому что холодно, я болею, а завтра у меня ивент рабочий, мне еще нужно найти, где распечатать 50 листов. Про ивент, как говорила, уже расскажу завтра, сегодня, может быть, покажу, что я взяла с собой из ухода, если будут силы. Короче, пошел дождь, я иду есть meatballs. Проложила маршрут в кафе, где я сидела.
Ну, как бы очень цивильное, но кладбище. Мне, конечно, извините за видео из туалета, но вот как так-то? Доска, свечка, кустик. Это что? Конфетки. Что такое все милое? В общем, я попробовала тефтельки из лося, медболы. Ну, такой насыщенный вкус мяса, пюрешечка такая чесночная. Запила это все чаем. Возле меня молодой человек пил красное вино. И сейчас иду пешком в гостиницу. Идти 20 минут. Но время, на самом деле, раннее, 7 часов вечера. Куча народу вышла бегать, хотя только что шел дождь и достаточно сыро. Но много кто вышел как раз ужинать, бегать. Но я сегодня точно бегать не могу. Я, в принципе, не то чтобы бегун-бегунович. И решила, господи, блогер от бога просто, решила прогуляться на гостинице и позалипать. Если что-то еще красивое увижу, вам покажу. Но пока вижу... очень много молодых людей, девушек в шортах, в лосинах, бегающих или идущих со спортивными сумками. То есть здесь все-таки больше спортом занимаются, чем жрут. Ну, приветики, Стокгольм, день второй. Сегодня у нас с вами ивент. Про ивент я расскажу попозже, когда где-нибудь сяду. Сейчас мы идем с вами печатать бумагу. И если в Москве есть копирка на каждом углу, и в гостинице есть и цветная, и черно-белая печать, то здесь в моей прекрасной гостинице оказалась только ЧБ-печать. Вот. И вчера мне не смогли найти ни почту, ни Федекса, ничего. Но сегодня прекрасные ребята нашли. Поэтому где-то 23 минуты мне идти до места, где я распечатываю все бумаги. Потом я, скорее всего, пройдусь, прогуляюсь, покушаю. Если буду что-то интересное видеть, расскажу. А на ивент мы сегодня поедем с вами на метро. Это оказалось быстро и недорого. И потом я вам расскажу про... ну, собственно, покажу метро, расскажу про ивент, вот это все. Так что stay tuned. Сейчас я иду за кофе, в дроп-кофе. Решила, пока иду на печать, все-таки рассказать вам про ивент. Потому что неизвестно, на каких скоростях я потом на него буду собираться. И вообще про свои впечатления о Стокгольме. Сегодня голубое небо, очень приятная погода. Блин, я не знаю, видите вы или нет. Самолет летит. Над городом постоянно летают самолеты. Достаточно низко, что прикольно. Ивент, компания называется Woman Hack. И они занимаются тем, что проводят в формате спид-дейтинга встречи для женщин, соискателей с работодателями. Там есть 5 минут, чтобы поговорить. Как мило стоят ботиночки, смотрят вдаль. Вот. Соответственно, я выступаю со стороны организатора, поэтому мне нужно все распечатать, разложить, поставить столы, начать. Ивент будет с 4 где-то до 9 часов вечера, но я думаю, что я освобожусь раньше. Мне захотелось избежать ситуации, когда меня машина собьет. Вот. И на следующей неделе я на такой же ивент лечу в Осло. Может, потом еще куда-то полечу. И это та самая классная опция совмещения работы с путешествиями. Знаете, как бы смешно не было, но на арене цирка все те же. Мы с вами опять, но только теперь при солнце, на вот этом вот кладбище. И здесь очень красиво. Ой, очень спокойно. И я вообще спокойно, крайне мягко говоря, отношусь к кладбищам. Но вчера это было, конечно, эпично, когда ты ползешь просто под дождем за тефтельками. И вдруг понимаешь, что хо-хо, ты на кладбище. Но это какое-то кладбище-парк.
Я вам обещаю, что я выясню, что это за место. Здесь либо плашечка появится, что это за место. Сейчас можно было эпично вылить кофе на тренч. Кстати, еще из забавного, я вчера нашла обслуживание едой в номере. И что круто, что там стоят значки, типа, что безлактозное или безглютеновое. А мне нельзя ни молоко, ни сахар. И как каждое блюдо из этого маленького меню, либо с лактозой, либо с глютеном. Но, с другой стороны, очень круто, что здесь в любом месте на бумажке написано, типа, у вас какая-то аллергия или какие-то ограничения в питании, пожалуйста, поговорите, и все прям без проблем. То есть, когда я вчера кушала в пекарне возле дома, ну, возле гостиницы, я уточнила по нескольким блюд, что нельзя молоко, а в тосте с авокадо есть сыр. И они такие, я же правильно понимаю, что, типа, убрать сыр? Я говорю, да. Они такие, ну, то есть, типа, не веган, а именно глютен-фри. И это очень круто, потому что я еще страдаю от аллергии с точки зрения рыбы. Понять не могу, как люди могут разделывать там мясо, например, или резать овощи на той же доске, на которой они резали рыбу. Ну, потому что в моем случае это смерть. А тут это очень комфортно и круто, что это само собой подразумевается. Вообще, конечно, очень уютненько. Это все, что вам нужно для печати. Это ваш мешок, страдающий от всего. Наклеечки там всякие есть прикольные. Мне вот эти очень нравятся. Оптики. Там еще есть вот такое. Но крутится лучше всего. Сейчас я жду, распечатаю мое уже или нет. Что я могу сказать для девушек, которые любят вот этот типаж внешности блондина с голубыми глазами, и для молодых людей, и опять-таки, и для молодых людей, которые любят девушек с голубыми глазами, зелеными, светлыми волосами, и для девушек, которые это любят, здесь, конечно, приятно смотреть на людей, но в основном на молодых, которые постарше, такие все-таки уже перекрытые суровостью погодных реалий. Я дошла до этой штуки. Меня попросили конвертировать все в PDF. Но я, слава богу, приехала с компом, поэтому я все конвертнула. Сейчас они распечатают, а я пока вышла покурить. Честно говоря, состояние немножко паршивое, потому что реально у меня ощущение по тому, как у меня болит горло, и по насморку, что у меня микс ангины с гайморитом. Но мы это с вами сможем выяснить только уже в Москве послезавтра. Но, естественно, если мне легче не станет, то я обязательно пойду к врачу, потому что 3 числа мы с вами летим в Осло на такой же ивент. И в Осло тоже погода, в принципе. Угу. И еще ввиду того, что я похудела, мне большая часть вещей велика, и я не могу найти свое пальто, а хотелось бы. Поэтому, если кто-то знает советы, где купить пальто классное и теплое, пишите внизу. В общем, все распечатав, поев, я вырубилась. Сейчас надо уже ехать на ивент, я переоделась. И я накрасила ресницы, брови. Тут у меня хайлайтер Milk и сверху SkinGloss Martian. На губах Blushes. Ничего, то есть у меня такие губы будут весь день. И сейчас я выбираю, ехать на метро или ехать на такси. На такси ехать 11 минут, а на метро я просто не понимаю, сколько. Начало официальное в 6, мне там нужно быть в 4, сейчас 3 с копейками. Я вот не понимаю, лучше взять такси, какие у меня мешки ужасные под глазами, но консилер не поможет. Либо мне взять такси и приехать пораньше, спокойно все сделать, или же мне все-таки поехать на метро. Расскажу, когда решу. Короче, я говорила, что я хочу стейк. Стейк, картошечка, салат. Соус я не буду, он сливочный. Пофигу, какая у меня прическа, я сейчас сожру это все. Так как я уже в номере и планирую просто принять душ, я решила быстро показать. Я вообще вот эту вот косметичку, которую я с собой брала, чтобы краситься,
Но в итоге я накрасила брови тушью от MAC, ресницы тушью от Vika, нанесла хайлайтер от Milk и сверху Skin Glass от Маши. Также периодически вы спрашиваете про духи, и вот это одни из моих любимых духов Бурада Балдиафрик. Я их взяла с собой, и я очень люблю именно такие духи на холодное время года. Приветики, у нас с вами сегодня третий завершающий день. Вечером я лечу в еду в аэропорт и лечу домой. Во-первых, Glass Skin, Маша, привет, Glass Skin. Во-вторых, я не знаю, что вы обычно привозите из поездок, но я чаще всего привожу еду или какие-то штуки для дома. Там, чашки, подставки, подносики. Немножечко еды нам не осталось. Вот сейчас я купила 4 упаковки кофе. 2 домой, 1 родителю, 1 другу. А это хлеб. Хлеб. Но я решила, что очень хочу привезти домой этот хлеб, потому что он очень вкусный, очень мне нравится. Что-то у меня с бровями. А сегодня, по крайней мере, сейчас нет дождя, но достаточно промозгло, я бы сказала, поэтому я надела водолазку вместо майки. Уже позавтракала, и сегодня мы идем с вами в музей фотографий. Но я думаю, что это не классическое понимание музея, фотографии и всего остального. Я посмотрела, что он снова в том же Питерском районе, где я живу. Туда идти 20 минут. Я надеюсь, что там будет интересно. Вылет у меня в 8:20 вечера по местному времени. Соответственно, я уже зарегистрировалась, в 5:20 мне нужно выехать. Поэтому я сейчас запакую свой хлебушек и кофеек в чемодан. Пойду в музей, оттуда вам поснимаю, поделюсь своими впечатлениями. Но, пожалуй, сегодня могу сказать, что Стокгольм вполне себе город, в который можно и на неделю приехать. Потому что я в основном тусовалась вот там, где я живу, и кушать ходила, и в поисках приключений, и сейчас вот на выставку. Та часть, в которой у меня проходило вчера мероприятие, она даже, знаете, чем-то напоминает Нью-Йорк, могу так сказать, потому что там высотки. Здесь вот улицу хочешь перейти по диагонали, переходишь, а там именно обычные большие городские дороги. Много магазинов, конечно, но у меня что-то пока нет желания шопиться. В общем, немножко пошел дождь. Я теперь думаю, как мне высушить рукава. Немножко капюшон. Я выпила вкусный свежевыжатый сок. Сейчас буду пить чай. Время 3. Мне где-то в 5:20 нужно выезжать в аэропорт. И, честно говоря, уже хочется домой. И потому что хочется снеки. И вообще домой хочется. И я уже все посмотрела и по работе сделала. Вот. Сходила в музей, сделала фоточки, вставлю где-нибудь сюда. Музей в целом понравился, мне нравятся музеи фотографии, мне нравятся такие выставки. Но там 2 этажа, они, знаете, такие вроде атмосферные, но... А на 3-м этаже кафе с видом на воду, что тоже красиво, но там из еды опять бутерброды. То есть вот у меня еда была в первый вечер, когда я поела митболы, и вчера, когда я съела мясо. Вот так в основном везде сэндвичи, и что мне странно, потому что я думала, что много салатов, но может просто вот в тех районах, где я тусуюсь, в основном сэндвичи. Но красиво, но промокло. Смотрите, старая порода, как у всех, мне кажется. Короче, знаете, такое уже. Хочется домой, хочется переодеться, хочется в тепло. Хотя мне сказали, что отопление еще не включили, и пиздец, как дома холодно. Но I'm done. Я все сделала. И какой же у меня охуительный тренч, потому что он уже высох, в отличие от прекрасного хлопкового монохрома, который и не должен так промокать и быстро высыхать. Но хотелось бы. Я уже приехала в аэропорт. Я надеюсь, меня будет нормально слышно. А курить можно вот в таких вот загончиках, очерченных специально. В других местах курить нельзя.
Судя по тому, как мы ехали, я, скорее всего, очень сильно буду хотеть спать в самолете. Возможно, посплю. Капюшон до конца не высох, но уже получше. И должна сказать, что я отношусь к той категории людей, которые в путешествии любят как улетать, предвкушая путешествие, так и возвращаться домой. И я, когда из иллюминатора вижу Москву, особенно если это ночная Москва, то просто у меня... Ставьте меня на зарядку. Поэтому я рада. Также я радуюсь своей туши. Вайкам, да? Тушь. Кстати... Ну нет. Так что я приехала за 2 часа. Всегда стараюсь приехать за 2 часа. Сейчас брошу багаж, получу билет, еще раз выйду покурить, потому что я не знаю, есть ли здесь курилка. Суть потому, что сотрудники аэропорта выходят курить на улицу, то нет. И радостно поработаю, заряжу телефон, предвкушаю возвращение домой.